В муниципалитете, как и по всему Подмосковью, стартовал месячник благоустройства. Первый в этом году субботник прошел в Тимоховском парке. Погода в день мероприятия была совсем не весенней, но это не помешало всем желающим сделать наш город чище. Вооружившись мешками для мусора, представители администрации округа и активные жители меньше чем за полчаса собрали массу бутылок, целлофана, пластиковых пакетов. Итог – десятки переполненных мешков. Мы приглашаем всех жителей принять участие и не оставаться в стороне, и благоустроить свою территорию, да, вычистить, не только гулять в парке, но еще все-таки приложить свои усилия к тому, чтобы он был чистым. Пополнить ряды неравнодушных жителей может, конечно, каждый. Субботники запланированы на апрель во всех уголках муниципалитета, а общеобластной пройдет 16 числа.